В Левобережном представители администрации города совместно с сотрудниками компании ПИК провели встречу с жителями. Основная цель – информирование населения о дальнейшем развитии микрорайона. В соответствии с поручением губернатора Московской области и указанием руководителя администрации Химок, застройщик изменил проект планировки микрорайона Левобережный. Так увеличится площади всех социальных объектов. Мы сегодня еще раз проинформировали о том, что выход площадей группы компаний ПИК по жилью не изменяется. Мы меняем проект планировки также в соответствии с поручением губернатора и просьбами администрации в большую сторону относительно социальных объектов. Это поликлинику мы увеличиваем в два раза, мы увеличиваем емкость школы. Количество мест в школе возрастет до 1100, вместо 650, которые планировались изначально. Увеличится и вместимость детских садов, а вот число жилых многоэтажных домов в новом проекте, наоборот, сократилось. На сегодняшний момент столкнулись с тем, что многие не знали о тех изменениях в проект планировки, который существует с 2011 года. И основной целью было, чтобы все мероприятия, которые компания, в том числе социальное строительство социальных объектов, производит, были доведены до людей. Все вопросы, на которые жители не получили ответа в ходе встречи, записаны. Ответы на них будут даны уже на следующей неделе. Руководство компании ПИК подчеркнуло, что готово к постоянному конструктивному диалогу с жителями микрорайона.